Здравствуйте, с вами Татьяна Ковальчук. Приветствую вас на канале «Канадская деревня». В этом видео я хочу показать вам, какие овощи и фрукты я буду сажать на рассаду в феврале месяце. Ну вот, сегодня 18 февраля, и я буду высаживать лук. Все луковые можно высаживать заранее в нашей климатической зоне. Не забывайте, я живу в Канаде, в провинции Онтарио. Но мы ближе живем к Lake Erie, озеро Erie. Вот. Ну, Ниагара Фолс, вот там еще она южнее, а мы чуть-чуть севернее от Ниагара Фолс. Ну вот, лук, всякие луковые можно высаживать. Можно высаживать вот лук на репку. Я выращиваю их из семян. Потом можно высаживать лук-батун, можно вот на перо, на зелень лук высаживать и высаживать лук-порей уже на рассаду. Я это все делаю, я выращиваю все луки рассадным способом из семян. Вот лук-порей я покажу, какой у меня он наверху, но я еще не достала его, но буду вот показывать вам, что это луки. Луки буду высаживать. Еще что я высаживаю в феврале, сею вернее, это клубника, земляника садовая. В этом году я купила одну вот упаковку. Это новая разновидность у нас появилась клубники. И я сразу ее купила и хочу, кстати, ее посадить и посмотреть. Урожай это такая вот, которая клубника родит все время. Вот. Everbearing называется. Вот. Ну, в принципе, в этом году уже там написано, что может быть какой-то урожай с нее там через 3-6 месяцев. Ну, я так и думаю, что где-то будет урожай в августе, в сентябре месяце, если я сейчас посажу растение на рассаду. Вот, я уже брала у этого производителя семена и лука, и клубники, и всходят они очень хорошо. Вот, так что практически 90% схожести, даже может быть и больше. Вот. Клубника, вот земляника садовая, это там почти что 100% схожести. Там может быть одно семя не взойдет или максимум два. Так что такие вот дела. Производитель очень хороший. Вот. Производитель этих семян производит семена для всех фермеров, по крайней мере в Онтарио, я знаю. Один из производителей семян. Так что вот такие вот дела. Ну, я не знаю, кто живет в Канаде и в нашей провинции могут уже высаживать и занимаются фермерством, могут уже высаживать луковые и вот клубничку. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.